Любовь к делу и мастерство работников в сфере здравоохранения преследуют самую главную цель – это забота о жизни и здоровье граждан. Они мужественно и стойко выполняют свой долг. Торжественный праздник в честь людей, работающих в белых халатах, прошел в актовом зале Института фундаментальной медицины и биологии, где собрались практикующие специалисты в области медицины, чтобы отдохнуть от трудовых будней в клинике. Поздравить гостей с их профессиональным праздником приехал президент Казанского федерального университета Рияз Минзарипов. Он пожелал им оставаться сильными духом и не сдаваться во что бы то ни стало. Ваш самоотверженный труд, человеколюбие помогает нам вот на этой линии фронта жить, держаться и вести нормальную жизнь. Я это не шутя говорю, потому что если бы не вы, то многое, конечно, в жизни было бы печально. Каждый медицинский работник считает, что в медицине не должно быть случайных людей. Трудиться здесь дано только по призванию и великому желанию помогать другим людям, отдавая каждый раз частичку самого себя во благо заболевшего человека. От их участия, умелых рук, внимания и доброго сердца часто зависит исход болезни. Так повелось, что в медицине не может быть лишних людей, ведь в работе важно иметь такие личностные качества, как милосердие, сострадание и стрессоустойчивость, а также умение работать в команде. Именно поэтому Институт фундаментальной медицины и биологии ежегодно старается поддержать врачей из разных областей деятельности. Отдаваясь профессии, а тем более это профессия медицинского работника, ты когда находишься на работе не от и до, а 24/7 вместе, потому что невозможно работать в медицине и работать по звонку. Всегда ты думаешь о пациенте, о проделанной работе, о результате, о возможных прогнозах, о том, что сложилось, не сложилось. Это постоянная работа, это постоянное образование. Особенность нашей специальности медицинского работника в том, что мы постоянно повышаем свой профессиональный уровень. В ходе торжественной церемонии профессионального праздника медицинских работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами, а также устроили концерт, где можно было сполна насладиться музыкой. Юлия Усманова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.